Как и всегда, как и везде, как и во всех остальных вещах, делах, в чем-то прочем, Аризона, роли Феникс. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Давайте приступим. Видос называется у Фуры ютубер Крыса. Если же я буду, условно говоря, владельцем этой ага, магазина, то что будет? Моим потенциальным покупателем, ну да, и что? Я говорю о том, что здесь Финка около 700-800 тысяч. Ну Мне и что дальше? Интересно, ты сможешь купить вот это заведение в городе сан фьерро опять же, за 400 ссылка миллионов долларов на Аризоне Прескотт. Ну я а куплю. Если ты на это поведешься, с тобой повторится та же самая история, что и с сегодняшним нашим главным. Ага! Ну и что за история? Мамы <Marvel> полезно ca Ну, причем. Если там. британчик тебе тоже мамой денег не дает, ну а да, 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 аризону и потом купить себе крутой бизак хочется, то специально для тебя. А, а Здесь тыここ... Ну да, ну да, а дальше что будет? Там вот да, дизлайки ставить. Ну да, да. Давай, давай, давай. А чё же закрепит, если это нормальная тема? Кэш. Ну что? Кэш же, реально. Вот всем ребята. Здорово. На Кто же там еще может быть? пожаловать в самый новый видосик. Ну давай, давай, давай. Сегодня давай. разоблачать одного очень популярного игрока на Аризоне Пресс. Реально? Занимающегося или точнее. Прям популярного? Занимавшегося перепродажами на этом сервере. Кентик обладал имуществом на своем Кентик. аккаунте Кентик. Ну размере... кент то этот, знаете, а Около лиарда, а то и больше, и в основном люди его знали, потому что он типа оценивал хорошо бизнес. А да. Мог тебе абсолютно спокойно навешать то, что твоя помойка в СФ стоит около 100 миллионов, и как только эта самая помойка доставалась ему в руки, она внезапно угу. превращалась в источник охуенных нескончаемых денег. Нормально. И вместе с ценой в дальнейшем подлетала до невиданных высот. Так и, и было в конце концов, Бизак стоимостью 100 миллионов продавался за 400 лям. Вот это, это да, Не Нормальный Главный наш персонаж Гарай Смит. Гарау. Пойдёмся буквально по пунктам. 18 марта в 18.49 некий Жесть. Роман обращается ко мне Рома. с просьбой помощи. Малахов. Нет, я слышал, ты поможешь мне разобраться в моей ситуации. Я играю на Аризоне Прескотник, а Е Бразерс. Пизде, вот это никнейм у вас, пацаны. То ли дело, Данте Конор. Заходите, регайтесь. Аризон РП Феникс. И в последний раз тебе, кстати, энерге продавал. В общем, ситуация mm -hmm. такая: я купил бизнес за 400 кк. Жесть, финка это была 800 к, человек говорил, что все охуенно. Но как только я его приобрел, финка внезапно опустилась до 200 тысяч. Ну тоже и неплохо. Сегодня только что возил продукты, и поэтому в минусе на 200 к. И эти Нормально. деньги, сука, они даже не окупились. В общем, финка накрут. Вот скриншот статистики. Давайте рассмотрим поподробнее. Давай более. рассмотрим. Финка 793 тысячи. Это за понедельник. Конечно же, ебать, человек нормально. недоволен. Он купил бизнес за вот 400, да. сука, миллионов. Он ожидал того, что Финка там будет 800К, потому что... Ну а так... что он еще там мог ожидать? Сказал, Конечно. Бывший владелец. Горал, моменте, да? Когда бизнес переписывается на него, выясняется то, что такой Финки там в помине Блять, нет. Блять, как же Но такое, такое могло произойти? Делать, надо как-то выкручиваться. Блять, и ну, ну давай выкрутимся. Конечно же, к самому владельцу. Этого ну давай выкрутимся. Начинаются переговоры. Бразерс спрашивает... У гарая Если финка накрученная, просто скажи да или нет. Гарай отвечает. Не накручено. А вот угу. эта финка, она слегка повеселее. 19 марта полшестого да, вечера, чё. день недели пятница. Финка пять с половиной тысяч. У вас по любому это возникают да. вопросы. А как такое получилось? Как Неужели же типа ютубер на Аризоне наебует людей с помощью типа ютубер. Это финки? Как фуры что ли? Поправили типа запрещено, ютубер. потому что это а махинации, б обман игроков. Давайте поделимся. А вот накрутка финки, вот интересно, а если ты сам в свой бизнес ходишь и оставляешь там вот такие деньги, это накрутка финки или нет? Но при этом ты себе покупал там вещи, которые тебе нужны были. Очень странная тема с вами гайдом, как же легко доказать, накручена финка или нет. Ну давай. владелец бизнеса немножко, сука, тугодум. И 15 числа, оказывается, Гарай закупался сам у себя в магазине. Ну нормальная тема, да. Десятка было Несколько скинов скина. Сколько из них ушло в финку, я не знаю. Скорее всего, он просил своих друзей тоже, чтобы они здесь закупали. Ну, блять, а где друзья-то тогда? И еще 16 число, очередная покупка у себя в магазине. Ну, бля, Это нормально. Ужас... Но он скин себе просто сменить хотел, типа, что такого. Свидетельствует вот... о том, что чел накрутил финку и продал кинту. Это Думаешь? получается на 2к дней. 15 числа, правда, я тут заметил небольшие другие махинации. Какие? А точнее, то, что он у себя в магазине покупал вот за такую сумму чипсы. Я не понимаю, какому барыге, человеку, который перепродает mm -hmm. и на этом живет, пришло в голову закупить 70 чипсов по 10к за одну пачку. Нормально. Это чрезвычайно абсурдно. Скорее всего, я так предполагаю, он накручивал еще и у себя в магазине 24 на 7. Об этом Блять, везде накручивал, охуеть, ну что чел получил свой заслуженный бан на 2000 дней. И после этого он захотел связаться в ДС и обсудить Опа, будет тут такое? Давайте же приколимся, что вышло из этого разговора. Блять, реклама. Убер, может на Uber доедем к пацану, то там спросим, что у него там. От, как? 49. от 49 сейчас доедем нормально, финку накрутим. Че там, что будем как делать? Давай, короче, я так сразу предлагаю. Давай ему просто за столько, за сколько, ну, типа, э, продал ему, выкуплю и все. Ему и... это кому? Я не помню его ник. Ну, кому я продал? Он вроде бы поменял, Ник, если не ошибаюсь. Сначала, типа, я угу. э, финку э, не крутил. Я си, ну, пользовался своим бизнесом. Во-первых. Ну я вот, я же говорю нормально, чистый шашки, чел. Просто хочу, чтобы меня разбанили. Мне ролики надо снимать. А кто сказал, что тебе надо ролики снимать именно на проискате? Ты не сотрудник проекта. Я это уже уточнил у Стаса. После того, как ты сказал то, что, ой, ты там ему напишешь, что все, mm -hmm. знаешь, что мне... Меня... 12 тысяч даже не Стас рассказал, когда я эту ситуацию ему объяснил. Он сказал то, что год назад уже была подобная ситуация. И mm -hmm. кажется, Стас лично с тобой это обсуждал. Да нет, это не такая была история, то, что я ему писал, э -э ну, что было. Что было? Гарал. На открытии там, ну там вообще другая история. ну Какая? Была ситуация спорная, из-за которой тебя должны были уже сразу же вышвырнуть. Была ситуация, то что, боже, дай вспомню. Короче, рулетку крутил, гарантил на стримах. Давай, давай, и что дальше отобрали имущество. И бабу ебал, ой. Ну и вот я вот это решал. Хорошо, я понял. Но ты же понимаешь то, что это запрещено, потому что ты не официальный ютубер. Тогда... Бля, как он говорит, пафос, ты не официальный ютубер, это запрещено. Тогда объясни бля, его, бля... зачем все это надо? А тогда я официальный тогда ютубер, мне можно рулетку, летку Когда ты открутить. продал тот бизнес за 400 кк, ты снимал видео об этом? М да, нет, вроде бы. Ну а на чем завязан твой контент? На чем снимаю? Ну, на ловле в основном я видел, у тебя ловлю и перепродажи. Ну, да сейчас в основном, да. Тогда объясни, как ты ну можешь да. подняться, если как? своего зрителя, который смотрит видосики, лайкает, поддерживает тебя, okay. ты берешь вот за уши и притягиваешь к этому обману. Я покажу, Диздец. вот как эта финка 700к, она получилась. Сейчас без рофла финка там реально была 700к, сейчас она поменьше. Ты мне за... серьезно говоришь, там финка была 700к? Без рофлов. Без ну, рофлов. Это... То да, есть, я смотри, покупал. у тебя да, в понедельник, покупал. 15 марта, 700к финки. Ты mm -hmm. там купил у себя скин за 450к. Э, ну подожди, во-первых, я. Ну, это по сути мой магазин, чем хочу, то и делаю. Что значит, это мой магазин, что я хочу, то и делаю? Пиздец. Что... Бля, фуя так опасно говорит, это просто ужас, бля, бля. Фу, все, что угодно. Но ты не можешь потом человеку сказать, братик, забирай вот магаз, за 600 кк ты его бля, продал. Он так опасно разговаривает, просто ужас, Я боюсь, уже у меня по спине за холод сколько? идет. 400 лямов. Блядишка. За 400 кк ты его продаешь. И ты кенту говоришь, вот, братик, у меня финка здесь, 800 к, нихуя себе. Из 800 тысяч ты покупаешь сам у себя скины. И ты говоришь, это финка настоящая. О чем, ебать, ты мне затираешь? Бля, о чем, ебать, ты мне, ёпта, бля, затираешь тут, ёпта, Финке бля? Финка говорила, вообще-то не 800 к, а там 400-800. Ну, у тебя О. на скринах то, О. что я увидел, с спроси, твоих слов то, что спроси, было сказано, я тебе объяснил. Спроси сейчас у игроков, которые их держали. Они тебе ответят, какая там финка. Я не хочу у игроков ничего спрашивать. Я если душный другой диалог. игрок это сделает, я буду это решать с другим игроком. Реально сейчас таки мы будет. разбираемся в этой ситуации. И что, я и как разберемся? Говорю. Перед тем, как с тобой связаться, ты меня ждал около часа. Почему это время ты прождал? Потому что первое, я ждал, пока Стас ответит насчет mm -hmm. сотрудничества. Потому что если бы ты был на сотрудничестве, я бы mm -hmm. просто это дело передал бы Стасу, и он бы с тобой разбирался. Но так как Стас сказал, mm -hmm. мы с ним как-то связаны, но бабки он не получает, его стату мы не отслеживаем, просто а -а -а. как-то что-то вот такие темы. Я говорю, окей, Стас, есть такая ситуация, надо разобраться. Нормально. Он меня переводит нога, на и начинаю ему тоже объяснять, какая была история. Вот такая он говорит, была это история. Это это понравилось сноси 2000 дней. Потому что это махинации. А это... через 2000... Не, он сможет Обман поиграть. Обман игрока Пусть молодой гуляет. Так что если mm -hmm. даже смотри, как может дальше развиваться эта история, ты можешь написать А. Жалобу на главного админа. Она сразу отклоняется, потому что ГА я все профу уже скинул. Он сам сказал мне бан выдать. Вторая mm -hmm. ситуация. Б. Ты можешь написать жалобу на красную администрацию. Стас уже в курсе mm -hmm. того, что произошло. Как думаешь, какой ответ последует в этой какой жале, же ответ Что это? бы ты ни последует. писал? Ты ну хочешь разбаниться. Да. При этом ты ведешь себя максимально агрессивно, типа в этом плане. Говоришь, чел, это мой магазин, я что хочу, то и делаю. Да, и делай все что угодно. Но когда ты продаешь бизнес mm -hmm. за такую ставку, скажи человеку, брат, здесь финка, конечно же, такая, но ради честности, я скажу то, что я у себя покупал скины. Поэтому mm -hmm. вот финка? такая система. Финка там вот реально. Бля, о чем мешало сказать, что он типа ну реально э, по покупал. Да, такая, какая я и говорил типа типа после продажи бы сказал уже и он бы такой о блин как ну такая ладно. финка там получилась в период когда ты продавал этот бизнес если ты сам у себя покупал вещи как такая финка получилась купил один скин но в основном финка такая и была в смысле один Это скин можно посмотреть на других серверах в смысле Это один скин ну грубо говоря нет не грубо один скин ты хочешь не грубо, сказать мягко. то что ты один скин купил нет ну типа ну и... все тогда а зачем и... так утрировать если там не один скин, там, ну, не там, один очень скин. Много. там Плюс их очень много. У тебя mm -hmm. были другие бизнесы. Просто расскажи правду, что было с другими. Блин, он так говорит, это вот просто ужас. Где ты за... Он в реальной жизни тоже так разговаривает? Просто скажи правду. Ну давай. Но мы тебя не будем осуждать. Купался, Бля, которые ты продаешь, ты же на этом фармишь бабки. А люди на серваке они не тупые. Они уже шарят давным-давно. Какая здесь экономика? За сколько что можно продавать и покупать? Но ты все свариваешь бабки. Как? Если ты не наебуешь людей? Ты покупаешь что-то дешево, но чтобы продать это дороже, у бизнеса должен быть спрос. А как этот спрос появляется? Искусственно, с помощью накрутки. А, в основном нет. Ну, типа, иногда бывало, что я покупал в своем магазине. Потому что особо у меня таких бизнесов, вот как магазин одежды, не было. Ну, в основном у меня были дочери mm -hmm. на 7. Ну, я только в своих дочери на 7 закупался. В этот период у тебя no. не было 24 на 7? Э -э -э По-моему, нет. А ну, зачем я тогда я ты понял? покупал чипсы? 60 штук чипсов в логах там было видно. За 600к. Зачем? Вот зачем? Не чипсы не за такую Для среднюс. чего? Кто покупает чипсы за такую стоимость? а? сейчас не буду говорить, потому что я не помню. Ну, скорее всего, я предположу то, что у тебя наравне с этим магазом одежды был mm -hmm. еще и закуп, в котором ты вот так закупался и поднимал финку. Я так предполагаю, потому что ты не помнишь, mm -hmm. а у меня есть влоги. Я считаю, что, ну, чел, который варится в этой системе, который, ну, может торговаться часами ради того, чтобы сбить какие-то стока во время покупки машины, дома, бизнеса и так mm -hmm. далее, он... Не, ну, гора ужас, конечно, да? гора, ты что ж наделал логически в рандомный магазин, и покупать чипсы в количестве 70 штук, там были две транзакции, первая 62 вторая 10, он не будет mm -hmm. покупать, к чему я веду, две транзакции. чипсов за 700к, когда он за эти 700к Реально не будет. сутками напролет. Сами по себе чипсы, они голод не утоляют, то есть они максимально беспонтовые, их покупать смысла нет. Ну, что с тобой можно сделать? А что, зачем чипсы нужны? Не хп, что ли, Скажи, у тебя имущество было на миллиард. А больше даже. Ну, а ладно. даже больше, ну хуй ну, с Короче, ним. давай это сборка Павлова. Кстати, интересно такие дороги смешные. Товари, что как будем решать? Потому что я что мы не... будем решать? Что ты хочешь решить со мной? Да? Тебе что надо что решать происходит? это с людьми, которых ты наебывал, понимаешь? Далее я все же а дам ага. ему пару советов в плане ютуба, как дальше выкрутиться, какие моменты можно ну -ка. использовать. Просто поделился своим опытом, потому что а, в такую да, случайность в свое время попадал другой ютубер, ну о котором я вам возможно расскажу. Ему а может не буду рассказывать сильно помог. Надеюсь что. Бля это... вот это он конечно этот самый лицедей красава. Ему, типа, мои советы тоже Альтруист. помогут. Аккаунт понятное дело пока что разбану не подлежит. Ну понятно. Ну, а блядь. На этом на сегодня все. Все ребят. Аризона Ривлиплей Феникс. IP, а также мой ник, а также все прочие вещи в описании. Это был фура. 100 лайков под этим видео, вернее 100 просмотров. И я еще один видос снимаю. Все.